Добрый день, ребята и взрослые. В предыдущем фильме мы с вами познакомились с ребятами. Это у нас Петя, а это Вова. А сейчас следующее стихотворение. Как они, друзья, поживают. Оно называется «Мы друзья». С виду мы не очень схожи. Петька толстый, я худой. Не похожи мы, и все же нас не разольешь водой. Дело в том, что он и я закадычные друзья. Все мы делаем вдвоем, даже вместе отстаем. Дружба дружбою, однако и у нас случилась драка. Был, конечно, важный повод, очень важный повод был. Помнишь, Петя, что-то Вова позабыл. И я забыл, но неважно. Дрались честно, как положено друзьям. Я как стукну, он как треснет, он как даст, а я как дам. Скоро в ход пошли портфели, книжки в воздух полетели. Словом, скромничать не буду, драка вышла хоть куда. Только смотрим, что за чудо. С нас ручьем бежит вода. Это Вовкина сестра облила нас из ведра. С нас вода ручьями льется. Она еще смеется. Вы действительно друзья. Вас водой разлить нельзя. Вот такие два друга. У них получилась драка. Лучше мирно жить и дружить. Вместе все делать. Всего вам доброго, ребята, и до следующей встречи!